Здравствуйте, дорогие ребята! Центральная детская библиотека поздравляет вас с наступающим Новым годом! А какой же Новый год без подарков и новогодней елки? Сегодня мы вместе с вами смастерим вот такую пушистую новогоднюю елочку. Елочку можно подарить, украсить ею свой дом или новогоднюю поздравительную открытку. Ну что, приступим? Для изготовления поделки нам понадобится 1 лист формата А4 зеленой цветной бумаги с двух сторон, 1 лист картонной бумаги коричневого цвета, но у меня здесь золотистый, для изготовления ствола, клей ПВА для приклеивания снежка, клей-карандаш, разноцветные гель-блестки, линейка, простой карандаш, ножницы и кусочки ваты для изготовления снежка. Итак, мы берем с вами лист зеленой бумаги. Нам нужно сделать из него квадрат. Для этого мы уголок загибаем наверх, выравниваем по краю и проглаживаем линию сгиба. Берем ножницы и лишнее отрезаем.
Вот такая красивая, заснеженная, пушистая елочка у нас получилась. Ребята, вам понравилось? А еще больше идей для творчества вы найдете в наших книгах и журналах. Стильные косички, забавные фигурки из бисера, моя первая книга «Трис» о задачке на каждый день, занимательные опыты и эксперименты, маски и костюмы к карнавалу, большая энциклопедия оригами, фенечки для девочек и журнал «Девчонки и мальчишки». Ждем вас в Центральной детской библиотеке на втором этаже в зале «Лаборатория Фокус».